наилучшие дни для осуществления всех замыслов и планов у владельцев этого имени те, которые гармонируют с их собственным числом 3, то есть 3, 12, 21 и 30 числа месяца. Люди с таким именем привлекают внимание своими творческими дарованиями, их личное обаяние открывает перед ними все двери, закрытые для остальных. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Владельцы этого имени не способны мыслить негативно, а их радость и энтузиазм заразительно действуют на окружающих. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Представители этого имени обладают врожденным чувством справедливости, предъявляя жесткие требования не только к другим, но и к себе. Отсутствие дружелюбия – склонность к мизантропии. Число этого имени играет ключевую роль во всех астрологических и нумерологических системах. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.